Жириновский Евгений Игоревич, Женя, являюсь тренером национальной сборной WorldSkills по компетенции командной работы на производстве. Тренирую достаточно серьезных ребят. И вот сейчас наблюдаю, как проходит региональный чемпионат в Красноярске, только в Красноярской области. И в целом всем доволен, рад, и вот так я не похож на самого себя. Очень-очень-очень рад, то, что я сегодня здесь. А расскажите, откуда вы прибыли в Сосновоборск? Из Брянска вообще я попал в данную организацию, но так из Питера. Сейчас там проходит тренировка национальной сборной. Сейчас я наблюдаю, как готовится регион, в данном случае, который проходит в Сосновоборске, к участию в достаточно серьезном жизненном этапе. А вы сами раньше участвовали в WorldSkills? Да, да. Я участник 2019 года WorldSkills в Казани, чемпионат мира. Мы проиграли. Грустно. Грустно, конечно, но еще. Зато бесценный опыт, который я могу передавать людям, чтобы они больше не проиграли. Единственный свой шанс в жизни. Единственный просто. А что бы вы пожелали участникам, которые здесь соревнуются сейчас? Не медлить. Быстро реагировать, думать и не бояться. То есть, точнее, бояться, но умение справляться с волнением. Это самое главное. Потому что волноваться-то это нормально, а вот умение с ним справляться – это еще одно умение. Как вам нравится площадка здесь для соревнований? Она подходящая? Шикарная. Шикарная площадка. Есть недочеты, но они исправимы. То есть нет ничего идеального. Все мы не идеальны, но площадка хорошая.